Книга «Открытым оком». Тема «Христос есть Бог и истинный человек». Вопрос 643, том 2. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 13 стих. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Но ведь Илья был вознесен на небо до Христа». Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Илья был вознесен, но неизвестно на какое небо, только ясно, что не на то, откуда пришел Христос. И второе, Илья не взошел сам, а был взят. И третье, Илья еще не умер и должен сойти с неба и быть убитым, а Христос вознесся в прославленном теле, нетленном, вечном.